Добро пожаловать в канализации на острове Мантиникус. Адское место, блин. Вообще оно адское тем, что просто здесь так сделано, что, во-первых, автонаводка, она хоть и есть, но она не всегда очень быстро срабатывает. А вот эти уродцы, типа лягушки, они довольно-таки далеко стреляют. Ну вон. Давайте уже что-нибудь делайте. Не пробиться, блин. Нахрен пошел, блин. Гори. Ой, блин, еще не успел взять нормально. Вот эти придурки могут, блин, нормально стрелять, а я так нихера, блин. Давайте уже. Половина патрона вообще просто уходит в воздух. Что, сдурел, что ли? Давай, давай, давай. Довольно криво здесь работает. Долбаный жук. Патроны нужны теперь.
Ай, все тут ради вот этой штуки было. Патронов у меня почти не осталось больше. Тупик. Блин, патронов ни хера нету. Только попробовать сходить наверх. Туда смысла идти я уже не вижу. Мы отсюда пришли, да? Да, мы пришли отсюда. Попробовать сходить. Хотя, может быть, и здесь сейчас наберем патроны. Нет, что-то нихера здесь нету больше патронов. У нас выход. Ну да. Так, пошли. Удивительно, что я здесь как-то ориентируюсь. У нас здесь сейчас два пути, вот сюда и сюда. Сохраняемся. Так, сейчас пойдем сюда. Какая-то подстава, да? Так, хорошо. Я просто вижу, что какая-то подстава сейчас будет. Нас здесь только интересуют патроны, в принципе. Так, и у нас еще остается вот эта дорога. Господи, слава богу. Слава богу, с этой канализацией покончено. Где у нас теперь выход-то этот? Здесь? Да, точно. Ой, блин, это вообще какой-то ад. А куда нам вообще идти-то? У нас вот сюда дорога идет. Но где это мы, получается? А, во, где мы вышли. Во! Все, я понял. Ничего себе. Ох, не нравится мне это место. Сейчас мы сохранимся.
Ладно, попытка номер два. Так, надо тут тактику продумать. В принципе, там, конечно, засады такой нету, прямо-таки уж жестокой. Все терпимо. По крайней мере, это хоть не канализация, блин. И то хорошо. Что-то у меня... О, есть. Ага. Нажимай ты. Или что там? Во всех эти рычаги или только и только в одной? Или я так удачно вошел? Да, я походу делал просто так удачно. Хорошо, значит нам туда вниз надо, да? Все бы ничего, у меня проблема с патронами. Проблемы с патронами. Так, ну что-то, блин, дали, то хорошо. То я уже думал, все. Ах ты в баню, а? Да бесит, они еще сделали так, что... Я еще словил ту хрень. Надо идти брать эти. Да ладно, пока оставим. Нам вот сюда. Иди снова. Ублюдок. Иди сюда. Вот так вот. Вот
Подожди, иди сюда. Наверняка еще там есть. Да твою мать. Ну куда ты исчез-то? Патронов ни хера нету. Просто ни хера нет патронов. Вообще ни хера нет патронов, а? Еще стрейфиться негде. Как надо было такую хрень делать? Здесь нету нигде никаких у нас заначек. Ай, да, печально все это. Возвращаться же, блин, через канализацию опять туда. Что у нас? У нас огнемет, в принципе, есть. Это неплохо. Так. Так, вот сюда. Сюда и сейчас вниз. Wife of Osiris, daughter of Geb and Nut, hear my plea. Take the essence from my body and transfer it into these symbols. Just as the parts of Osiris were scattered throughout Egypt. Дали нам дослушать, о чем там речь шла. Гори вечным пламенем. Горите вечным пламенем, уроды.
Мне же патроны, мне нужна сфера. Ладно. Мне нужна сфера. Топос. Давай, давай, давай. Будь сюда, пожалуйста. Тихо. Мне даже две. Ладно. Это уже облегчает нам задачу. Какого хрена-то? Погоди, ты сын, хелп мне. Огнемет заканчивается. Куда-нибудь выберусь из этой херни. Давай, давай. Блин, жалко, конечно. Ну ладно. Урод. У нас здесь есть патроны, кстати. Патроны, у нас здесь еще ключ. Какой получается? А, как, кстати, как раз у нас зеленоватый ключ. Давай, исчезай. Да хрена вот этих. Ненавижу долбаная башка. Thank you.
какой-то рубильник, кстати. Что-то он у нас открывает, по ходу дела. Что-то нужное, видимо. Ну, по крайней мере, патроны для тумигана уже хорошо. Ну и здесь у нас вот это, ясно. Ну здесь у нас тупик. Скорее всего, тот рубильник у нас открывает дверь. Вот эту. Или нету? Нету. А, вот эту. Во-во. Ух ты, мать ваша. Знаете вам, твари. Ух ты, там еще эти. Это было, конечно, удачно, но... Все, ну, по крайней мере... Получили третий сосуд. Теперь возникает у нас вопрос логичный. Как нам отсюда обратно-то вылезти? Опять через канализацию пехать? Isis, wife of Osiris, daughter of Geb and Nut. Hear my plea. Take the essence from my body and transfer it into these symbols. Just as the parts of Osiris were scattered throughout Egypt. Osiris traveled the Nile sealed in a chest. So goes my heart. Hear my words. Like a mouse running in the field of reeds. He who is Khepri at dawn, Ra at noon, Atum at nightfall.